За 2016 год рынок ипотеки в Якутии вырос на 39%. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. В целом по России рост ипотечного рынка составил порядка 27%. Возросло не только количество выданных ипотечных кредитов, но и их объемы. За прошлый год в республике было выдано более 19 миллиардов рублей. Кроме того, оказывается, господдержка по улучшению жилищных условий семьям льготных категорий граждан. На сегодняшний день это более 1000 семей. Объем вложений составил порядка 900 миллионов рублей. Что касается 2017 года, те меры, которые были предусмотрены в 2015 и на 2016 год, это увеличение уставного капитала, эти деньги будут работать и на 2017 год дальше продолжаться. То есть вот с льготным кредитованием. Программы были рассчитаны это для населения, которое проживает в населенных пунктах, меньше, с численностью меньше 20 тысяч населения. То есть это для, в основном сельской местности.